Где? Вот. Ребята, да, дом номер 8, а вот и ребенок лежит. Привет, малышка. Привет, моя хорошая. Ты моя девочка. Ты моя красавица. Видно, что плохо ребенку. Надеюсь, замерзла, наверное. Я вижу, трясется. Да. Сейчас будем. Все, малыш, все сняли. Теперь ребята забираем. Может быть, мне из машины не в простыню положить, а может быть, на этот ее переложить? На что? Подожди. У меня этот такой не плед, а этот такой более. Не порвется себе просто? Нет, не должна. Мы ее аккуратненько положим. Так. Ну что, моя солнышко, на всякий случай завяжу мордочку, потому что если ей больно, то ребенок может укусить. Да, мой малыш? Подними, моя солнышко. Не бойся. Сейчас мы тебя. Раз. Вот так. Моя девочка. Девочка, еще и девочка. Представляете? Ребята, она подросток. Ну да. Месяцев 8-10, не больше. Так. Теперь надо подумать, как ее переложить. Так, Инна. Смотри, брала за спинки. Так. Может, лапу потрогать, но как там у нее слабо? Не надо. Так, тихо-тихо. Тихо. Тихо. Потерпи, малыш, потерпи. Тихо, моя девочка. Тихо. Тихо. Подожди. И аккуратно под жопку. Аккуратно. Тихо. Все. Вот так. Так, поднимаешь так. Все, мы видим. Пойдем. Все. Смотри, Светочка, сядешь, будешь держать ее, знаешь? Давай туда продвинем, она сядет здесь и мордочку держать будет. Так будет лучше. Хорошо? Аккуратно тяни. Тяни тихонечку за это подтягивать, а я потом перехвачу. Тихо. Я даже тебя не тяну еще. Подожди. Инна, можешь с той стороны попробовать приподнять? Давай. Друзья, хорошие мои, скажите, как выжить и как остаться человеком? Как не потерять свою душу? Как пройти мимо того, кто лежит и нуждается в вашей помощи? Может быть, я ненормальная, может, я чего-то не понимаю? Почему я не похожа на других людей? Почему сердце болит? Почему безумно жалко, когда вижу фотографию и понимаю, что никогда в жизни не оставлю и не брошу? Так случилось сценарий. Просто позвонили, просто сбросили фото, что собака лежит, и тишина. Я ждала, кто отзовется, кто откликнется, но смотрела эту тему и понимала, что откликов вообще нет. И тогда позвонила своим девчонкам. Позвонила Инне. Инна позвонила Светлане. И они молодцы, поднялись и поехали. Инна и Света, девчонки, чехарчанки, замечательные, просто реально замечательные девочки. И я очень благодарна им за помощь. Без них я бы не справилась. Старею, друзья. Реально старею и понимаю, что уже силы не те. Мои хорошие, и тем не менее, оставаться человеком – это значит чувствовать свое сердце. Наверное, так. Потому что, когда я не могу и понимаю, что время уходит,
Сердце начинает чудовищно ныть. И хочется из шкуры выпрыгнуть, чтобы пойти и помочь. Ну, наверное, кому-то Бог дал сердце, а кому-то мозги. Кому-то доброту, кому-то злобу. У нас удивительный мир. Многогранный, многосторонний. И каждый делает свой выбор. Мои хорошие, я обращаюсь к тем, кто выбрал добро. Мы просим немного. 100 рублей. 100 рублей, друзья, чтобы накормить приют, чтобы вылечить животное. Если можете перевести больше. Ребята, слова ничего не значат, наверное. А вот то, что испытываешь к вам в эти мгновения, ребята, это слезы. Горло перехватывает. Спасибо за то, что не бросаете нас. Многие бросили. Остались самые надежные, проверенные годами, проверенные душой. И мой самый искренний поклон вам, друзья. Спасибо вам. Я знаю, что вы отдаете, иногда отрывая от семьи, причем реально отрывая. Благослови вас Бог, мои друзья. Всех-всех, кто остался человеком, по-настоящему, с добрым, красивым сердцем. Потому что только доброта спасет этот мир. Обнимаю вас крепко-крепко, мои хорошие. И желаю вам всем-всем мира над небо чистого над головой, добра и счастья. А главное, крепкого-крепкого здоровья и благополучия. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо, что благодаря вам лохматая душа еще жива. И я надеюсь, что благодаря вам она окрепнет и расцветет, и обзаведется, привлечет к себе новых замечательных друзей. Спасибо вам, люди, за человечность, за доброту. Вот он. Нет, сейчас. Все, нормально. Вот так пьем, кушаем. Если можно, друзья, помогите Инаре. Я вас очень прошу. Ты моя сладкая. Угу. Бонечка, все хорошо. Ну и ладно, пойдем. Инаре. Что, мое солнышко? Моя девочка хорошая. Вот малышка, которую ночью подобрала. У нее таз сломан. И она сидит у меня дома. Да, девочка? В приюте уже места нет, ребята. И я поломанную собаку отберу домой. Потому что больше некому, да? В Чехове больше людей не осталось. А в России приют так тяжело живет. Едва-едва сводит концы с концами.